Члены экипажа корабля «Союз МС-18», актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко под руководством космонавта Олега Новицкого удачно вернулись на Землю. 17 октября ровно в 07:36 по московскому времени, не отклоняясь от графика, их спускаемый аппарат достиг поверхности планеты. Пилоты прибыли счастливыми и в бодром расположении духа, сообщив журналистам, что чувствуют себя нормально. За их приземлением, как оказалось, пристально следила Алла Пугачева, которая не смогла сдержать эмоций и опубликовала редкий пост. «Ура! С возвращением!» – написала она под фото Юлии Пересильд.